И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители, всем привет, ребята. С вами сегодня Шмель. Да, и поскольку вы поняли по названию этого видео, это конкурс всегда. Если вы попали именно сюда, значит вы наверняка получите эту лицензию. Конкурс легенький такой, на лицензию Minecraft, с полным доступом. Вы сможете поменять пароль, скин и ник, разумеется, да. Как-то так. Что же вам для этого надо сделать? А, практически ничего. Быть подписан на мой канал, поставить лайк к этому видео, ну может быть еще к другим видео, если хотите. Если вам заинтересует мой контент, то можете тоже прокомментировать следующие, да, остальные видео и поставить под ними лайки. Потом надо быть подписанным в группу ВКонтакте, прорепостить там запись, потому что благодаря репостам и записям будет выбираться победитель. Разумеется, пролайкать. Также написать под этим видео коммент участвую или еще какой-нибудь такой, ну, нормальный коммент, типа я хочу участвовать, чувак, тебе желаю удачи, развития и много-много денег, да, чтобы устраивать еще больше конкурсов. Ну, как-то так. Все. Вы сейчас то, что я сказал, делаете. Репостите, ставите лайки, подписывайтесь. Кстати, обязательно надо быть подписанным также в группу ВКонтакте, а то я вам не отдам эту лицензию. Да, кстати, по поводу того конкурса, который прошел, я дал лицензию, как я и говорил, но случилась та фигня. Короче, я добавил троих. Сначала я добавил какую-то девчонку. Меня в итоге послали нафиг, я не знаю, с чем это связано. Я сказал то, что ты выиграла в конкурсе, меня нафиг послали, даже не захотели слушать, просто в чест взяли, добавили. В итоге я ей ничего так и не смог отдать. Второй чувак просто меня тупо не хотел добавлять. Я водил его скайп, и его не было. И третий чувак, он тупо не добавил меня, ну, в принципе, я ему лицензию скинул, добавил он, не добавил, вообще заходит ли он в этот скайп, мне как-то по барабану. Свой долг, так сказать, я выполнил. И будьте, ребята, повнимательнее, да. Потому что, ну, блин, можете просрать эту лицензию, вот как вот эти вот два чувака и чувиха, да. Ладно, всем удачи. Советую сейчас репостнуть эту видео, эту запись, и будьте в теме. Всем удачи, всем goodbye.